Друзья, всем привет! С вами Лайки-Лайк. Если вы любите Хаги-Ваги и Киси-Миси, то я вам сейчас покажу лучшие видео про них. В этом видео Хаги-Ваги-Гигант придумал необычное место, в котором можно спрятаться от летней жары. Фу, капец, жарища, жарко невозможно. Пойду что-нибудь холодненькое выпью. Хаги-Ваги, ты что здесь делаешь? Слышь, алло, дверцу холодильника закрой, жарища неимоверная. Да уж, нормально ты устроился. Хаги-Ваги-Гигант неплохо устроился, спрятался в холодильник, да еще попивает коктейль. Хаги-Ваги-Гигант очень плохо себя вел, поэтому скоро будет расплата. Смотрим видео. Как меня достала-то мама длинные ноги. И что нужно сделать, чтобы исполнились самые заветные желания? Я вам расскажу. Ты, Хаги-Ваги-Гигант, должен признаться, Лайки-Лайк, что ты выгнал моих детей на улицу. Как меня достала-то мама длинные ноги? Как бы от нее избавиться насовсем? Мама длинные ноги не перестает преследовать Хаги-Ваги-Гиганта. И в этом видео тоже. Ну, привет, Хаги-Ваги. Капец, она преследует меня. Опять ты? Ну, здравствуй, Хаги-Ваги. Верни мне моих детей, Хаги-Ваги и Киси-Миси. В этом видео, которое я покажу, история моих друзей, которые пропали. У меня пропали Хаги-Ваги и Киси-Миси. Все началось с того, что я нашел их на улице, затем принес домой, отмыл и оставил себе. Некоторое время спустя я привел домой Хаги-Ваги-Гиганта. И вроде бы Хаги-Ваги и Киси-Миси нашли общий язык с Хаги-Ваги-Гигантом и стали с ним дружить. Однажды я пришел с работы и дома не застал Хаги-Ваги и Киси-Миси. Хаги-Ваги-Гигант сказал, что они ушли и что им стало скучно. Мне стало обидно и жалко терять своих друзей. Я распечатал объявления и расклеил их по городу. Кроме этого, разместил объявления в интернете. Мне позвонили и сказали, что видели их в одном месте. Я туда отправился, но их там не нашел. В этом месте они раньше, наверное, просили милостыню. Где их можно искать, я пока не знаю. Если будет какая-нибудь информация о них, я вам обязательно сообщу. Как вы знаете, мои друзья пропали из-за Хаги-Ваги-Гиганта. Хаги-Ваги-Гигант очень сильно грустит, потому что у него нет друзей. Давайте посмотрим. Ребята, даже не удивительно, почему у Хаги-Ваги-Гиганта нет друзей, правда? Как вы думаете, что может найти Хаги-Ваги Киси-Миси в лесу? Давайте посмотрим. Хаги-Ваги, вот бы сейчас найти что-нибудь вкусненькое. Давай, Киси-Миси, попробуем поискать. Вдруг нам повезет. Киси-Миси, смотри, я нашел зажигалку. Хаги-Ваги, кажется, мне повезло больше. Я нашла что-то вкусненькое. О, ничего себе, какая вкуснятина. Нам очень круто повезло. Будем жарить маршмеллоу. Как же это вкусно! Такой вкуснятины я уже давно не ела. Да, действительно, Киси-Миси, такая вкуснятина. Об этом мы с тобой мечтали уже очень давно. Какая вкуснятина! Объедение! Ну что, Киси-Миси, что будем сейчас с тобой искать? Я бы сейчас от гамбургера не отказалась. Вот бы сейчас его найти. Жареные маршмеллоу в лесу – это очень вкусно. В этом видео наконец-то узнали, кто такой на самом деле Хаги-Ваги-Гигант. Да, алло, мама, длинные ноги. Я тебе сейчас пришлю видео, на нем Хаги-Ваги-Гигант.
Посмотри его и сделай выводы. Хорошо, я сейчас посмотрю. До свидания. Хаги, посмотри это видео. Ты чего дерешься? Как вы меня достали? Вам не место в этой квартире. Убирайтесь отсюда. Вы что, оглохли? Вон из квартиры быстро. И щенка своего захватите. Знаешь, я все могу объяснить. Мне не нужно объяснение. Уходи из дома. Уходи насовсем. То, что выгнали Хагиваги гиганта на улицу, я считаю справедливо. А вы как думаете? Это видео о том, как продолжают выживать в лесу Хагиваги и Кисимиси. Давайте посмотрим. Хагиваги, так и есть хочется. От прошлых твоих червей живот крутит до сих пор. Пойди, найди что-нибудь. Хорошо, Кисимиси, сейчас что-нибудь поесть обязательно найду. О, гриб! Вот это удача, походу съедобный. Такой вроде ничего, вкусный. Что-то, мне кажется, гриб немного горчит. Ой, что-то у меня голова кружится, как-то мне не очень хорошо. Кисимиси, я что-то съел, мне очень плохо и кружится голова. Хагиваги, чем я могу тебе помочь? Мне нужно, видимо, немножко отдохнуть. Ну что, Хагиваги, скоро тебе придет конец. Хагиваги-гигант, уйди прочь. Хагиваги, почему ты звал Хаги-гиганта? Мама, длинные ноги, ты пришла ко мне на помощь. Хагиваги, успокойся, это галлюцинации. Мне показалось, что пришел Хагиваги-гигант и мама, длинные ноги. Хагиваги, ничего нет, это просто твои галлюцинации. Бедный Хагиваги объелся в лесу ядовитых грибов, но я думаю, с ним будет все хорошо. В этом видео показана и рассказана история Хагиваги, Кисимиси и Хагиваги-гиганта. Она очень трогательная. Давайте посмотрим. Это история про моих друзей Хагиваги и Кисимиси, которые жили у меня дома. Однажды я принес домой Хагиваги-гиганта, и наши приключения начались. Я думал, что Хагиваги-гигант наш друг, но это было не так. Хагиваги-гигант выгнал из дома Кисимиси и Хагиваги, а мне сказал, что они ушли из дома сами. Я очень много приложил усилий, чтобы найти их, давал объявления в интернете и расклеивал объявления по городу, но результатов не было. Помочь найти моих друзей помогла мама Длинные Ноги. Она указала место, где могли быть Хагиваги и Кисимиси. Хагиваги-гигант похитил Кисимиси и Хагиваги и хотел от них избавиться. Я в последний момент успел прийти на помощь своим друзьям и освободил их, а Хагиваги-гиганта выгнал прочь навсегда. Друзья, на сегодня у меня все. С вами Лайки Лайк. Всех вас обнял. Всем пока-пока.